Всем привет, с вами Зорк, и мы продолжаем играть в игру Mountain Blade Warband. Так, в этом видео я собираюсь собрать войско из 50 человек. Так, сейчас я посмотрю, сколько у меня сейчас. 15 человек. Так, отряд. Так. У меня уровень там, интересно, не прокачался еще. Можно прокачать, наверное, попробовать. Динаров у меня хватает. Да. Где-то троих вот так вот лучников сделаем. И посмотрим. Игрок. Первый уровень. Все же тот же первый уровень. Посмотрим, может, каких-нибудь разбойников по дороге найдем. С ними подеремся. Так, что это у нас? Отряд. Это у нас воры. Так, вы наткнулись на сражение, которое ведут между собой отряд и воры. Кто из них заслуживает вашей поддержки? Отряд. И вы сражаетесь вместе, ваш противник воры, у вас 66 готовых к бою воинов, откуда вот они взялись. А, вместе с этими, видимо. И врагов 4. Давайте атаковать противника. Ого-го. А чуваки-то уж прокачанные, я смотрю. Без меня. Так, возьмем мечик. Ничего себе, они быстро ринулись в бой. Ну, они сейчас, наверное, покрошат там всех. И без меня. Вот так вот. Отрубили, можно сказать, ему головку. Опа. Красавчик. Успел, не успел. Нет, не успел. У меня такая армия идет. Да, они сейчас, наверное, без меня спокойно справятся. В этой самотохе. Есть. Растоптали того бедняжку, можно сказать. Ура! Давайте, все. Порадовались. Небо шмоток нормальных. Надо, кстати, продать вон тех, которых я собрал. Так, тап. Потерян союзников нет, ваших потерь нет. Окей, круто. Спасибо за помощь, однако мы не знакомы. Как вас зовут? Меня зовут Зорк. Да уж. Здравствуйте, Зорк. Ноэн, спасибо за помощь. Надеюсь, мы еще встретимся. Не за что, чувак. Камушки. Да уж, это все фуфло надо выкинуть однозначно уже. Так, мне даже дали целый один динар и один опыт. Так, сюда я шел. Продолжим идти. Степенные налетчики. Скорость 7,4. Ничего себе скорость. У меня какая скорость? 5,7. Уже без меня, видимо, разберутся. Солдатики. Вот и ночь наступила. Так, это у нас кто? Воры. Сельские фермеры. Нападем на воров. 5 человек. Посмотрим. Чего вы хотите? Сдавайтесь или умрите. Как хотите, готовьтесь к смерти, конечно же. Атаковать. Так, у меня есть 3 как раз таки вот этих чувака, лучника. Ну, на самом деле неплохо. Хотя у них даже шмот, по-моему, даже получше, чем мой будет. Что обидно. Ой-ой-ой. Нанес коню
Разбойник убит ударом стрелы. Да уж. От этого особо нету. На. Вот так вот. Так, где еще? А вот он. И этот убит. Все, видимо. И есть. Потерь нету. Ранен один. Разбойничек один у нас есть. Возьмем его. Че бы нет. И шмотки. Так, шапочки у нас по 2. Кстати, подороже шапки. Ну, точнее, вот это. 6. У нас 8 вообще за 5. Так, а здесь у нас 12, 25. И стоит по 12. Дадим им этих шапок вонючих. С этими камнями. Еще шапки. И возьмем, что подороже есть. А это 12. Дубина 11. Ну ладно. Продолжим свой поход. Так, купить у крестьян припасы. Предпринять враждебные действия. У них здесь, видимо, нельзя. То ли из-за ночи, то ли из-за чего. Не знаю, вот еще думаю, может быть, кому-нибудь присоединиться из вот этих вот чуваков. Так, степные налетчики. Скорость. Ну-ка, давайте. Все уже, они уже сбежали. Цель потеряна. Фейл. Так, это у нас караван. Опа. Налетчиков что-то больно многовато для меня налетчиков. Так, зайдем на рынок. Торговец. Торговец. Оружием, инструменты, палица, топор этот, мечи, ножи точнее, продадим. В основном у нас броня, доспехи точнее. Так, наверное, нам уже надо будет что-нибудь пожевать взять своим. Камни, интересно, кому продавать? О, им тоже можно продавать камни. Удачно. Зашел. Да уж, многовато я набрал этой всей фигни. Надо будет, может, что-нибудь для себя взять. Например, перчаток хотя бы каких-нибудь, а то я даже без перчаток гоняю. Кстати, по дешевке это все забираю. То есть, смотрю, по 2, по 1. Неудобно, что сразу же нам денежек не дают. То есть, что у нас сейчас есть с собой, то и мы... На то и мы покупаем. Что же у него нету никаких перчаточек? Модненьких, а вот. Цена 122. Кожаные перчатки. Потертые кожаные перчатки за 122, вес 0,5. 0,6. Ой, 0,3. Что же я говорю, это разную фигню. Так вот, ржавые кольчужные перчатки плюс защита к телу. Ну, куда бы ни шло, сколько стоит? 375. Дороговато, дороговато, однако. Ну да ладно, возьмем. Вот это вообще 1000 стоит. Пускай хоть перчаточки у меня будут такие кольчужные. Вы отдали 288, а получили. И что мы получили за это? Видимо, ничего не получили. Так, давайте-ка прогуляться по улицам, посетить таверну. Зайдем в таверну. На что ты пялишься?
Так, простите, великодушно. Знать бы, вроде не грязное животное. Хмылку с твоей наглой рожи. Немедленно прекратите никаких смертоубийств. Так, дай мне немедленно. Да что ты мне-то говоришь? Ты ему говори, этому язю, блин. Ты язнулась, что ли, а? Мадам. Вы чё? Давай режь его. Ну же. Fucking fail. Ну же. Есть. Ну чё? Ну что ж, пожалуй, он начал первый. И так далее. Для заведения было бы нежелательно прославиться как место убийства. Столько крови. Лучше он, чем я. Конечно же, лучше он, чем я. Так. Так, возьмем. Что у него там? Меч. Серебряный. Возьмем, конечно. Так, сброшен, пускай, ладно. Сбалансированный уже будет свое. Так, сегодня я угощаю. Есть у вас у кого-нибудь работеночка. Лучше я пойду. Так, этот чувак, что стоит? Стражник. Поднимемся на второй этаж. Посмотрим, что там. Видимо, может, тут ничего нету. Да, тут ничего нету. А жаль. Так, нужно повыполнять каких-нибудь работ. Может, зайти в замок. Может, там хоть кто-нибудь есть. Кто даст нам работеночку какую-нибудь. Ввести. Окей. Не следует, так не следует. Поднимемся наверх. Ну, кто-нибудь бы квест хоть бы дал бы какой-нибудь, а? Для развития-то. Чё это? Леди Махрас. Махрас. Незнакомо, меня зовут Зорг. Ясное дело, мне нужно узнать, где находится один человек. Госпожа, окажите, можно сказать, себе, что я могу сделать для вас. Мне нужно наладить отношения с лордом, вы можете мне помочь. Что я могу сделать для вас? Ну, сейчас ничего. Что вы мне? Так, я не столько хорошо знаю вас, чтобы действовать от вашего имени, простите. Не сейчас ничего. Ничего не нужно. Ну, кто же мне? А, это людей всех. Неважно. Мне нужно идти. Окей. А, видимо, главного тут у вас нету, да? Кто-то у вас король, лорд. Ничего себе, он как прям дракон взлетел, можно сказать. Еще один всадник. Выйдем. Уйти. Зайдем в деревушку. Так, это у нас кто? Сельские фермеры, сельские фермеры. Нанять добровольцев. Так что ж вы так? Без добровольцев. Так, мне нужно что-нибудь поесть. Купите крестьян что-нибудь с вес. Кусочек мяса. Сыр больно дорогой. Эль вообще дороже. Зерно за 14. По его духу. Давайте зерно возьмем. Потому что у меня не так много денег, чтобы покупать разное да всякое. Так, здесь у нас 28 и 20. А меч у нас дает 31 и 26. Мы продадим ему меч, да. Все. Назад. У меня нет. А только 0 динаров. Давайте сколько есть. Конечно, я тогда его верну себе. Уйти. Так, попробуем еще в какую-нибудь деревню зайти. Так, это у нас что? Опа, на меня напали. Ага, толстый кошелек. Где бы ему еще взяться? От меня только клиночек получишь. Приказать своим войскам атаковать без вас, отступить. Давайте 15 против 14 уж как-нибудь.